Фаина Богданова в числе пациентов, которым показано грязелечение. Внешне процедура выглядит необычно, однако эффект от нее колоссальный. Лечебную грязь медики используют исключительно местную, привозят из Ширинского района. Природное лекарство способно восстанавливать свои целебные свойства. Уже через 10 месяцев после применения грязи можно использовать вновь. Это непередаваемо. Ощущение очень приятное. Прямо лежишь, отдыхаешь полностью, весь организм. Вставать не хочется, но надо. Нас здесь много. Много – это больше 100 человек. Столько в один заезд может принять оздоровительный центр. В год же здесь проходят процедуры больше 1500 пациентов. Наше учреждение пользуется большой популярностью, особенно у граждан старшего поколения. Не каждый регион может похвалиться наличием вот такого социально-оздоровительного центра, где граждане старшего поколения абсолютно бесплатно могут поправить свое здоровье. Путевки получают по линии Министерства труда. Тамара Козлова живет в Черногорске, потому приезжает сюда не в первый раз. Всем довольна. Доброжелательное отношение, хорошее лечение. Есть и психолог здесь. Пребывание в комнате психологической разгрузки сравнимо с космическим путешествием. Атмосфера соответствующая. Функцию релаксации выполняет и галокамера. Однако основное назначение ее все же лечебное. Стены и пол здесь из соли. Солевой порошок подается и порционно в воздух. Если его регулярно вдыхать, то можно надолго забыть о легочных заболеваниях. Лечебные процедуры занимают весь день. Вечер же – время для отдыха, творческого. Концерты, игры, мастер-классы. Вот изготовила вот такого лебедя, что сама бы не додумалась даже до этого. Понравилось, мне тут приглашали на саксофоне, играл человек прекрасно, я вообще провел вечер очень прекрасно. Телевизор, книжку почитаю. Пенсионеры говорят, домой не тянет, хочется продлить полезный отдых. Однако уже в конце января номера все же придется освободить. В них заедет очередная группа пациентов. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.